Добрый день, с вами художественная школа Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать Морриса маркерами. Ну что, берем простой карандаш и начинаем рисовать Морриса с головы, так как Моррис — это человек, соответственно, мы рисуем голову. Начинаем мы с шарика. Нарисовали шарик, далее прорисовываем челюсть нижнюю, после чего мы примерно располагаем все тело, то есть у нас сейчас с вами идет компоновка. Мы рисуем грудную клетку в виде овала и руки и ноги просто как проволочную модель. То есть сначала даем направление нашей фигуре, после чего закомпоновываем топор, шляпу. Все это рисуем пока грубо, бледно, центр лица. Ну и сразу примерно располагаем там, где шарик проходит, это нос. Делим ось лица пополам, получаем глаза. Ну и после того, как вы все закомпоновали, посмотрели, что снизу расстояние больше, чем сверху, мы начинаем построение и прорисовку того, что мы изначально наметили. Я начинаю сверху и двигаюсь вниз. Сначала прорисовываю цилиндр или шляпу Морриса. Также делаю небольшую ленточку ей с толщиной и внутреннюю часть в ленте, после чего рисую поля шляпы. Они будут закругленные, в отличие от верхней части шляпы, она такая более обрезанная. Также добавляю толщину полям шляпы, после чего прорисовываю уже более четко лицо Морриса. Здесь получается, что скуловая кость заходит за челюстную, и таким образом мы получаем две такие небольшие выемки. После чего вместе крепления носа мы прорисовываем носик такой орлиный, да, немного опущенный вниз. Рисуем рот между носом и подбородком. И в линии глаз мы рисуем два глаза. Стараемся сделать расстояние между глаз такое же, как глаз. После чего рисуем волосы справа и слева. Добавляем уши. Ну и спускаемся ниже. Далее Моррису рисуем корпус и одежду. Прорисовываем летучую мышь. Сначала голову, потом крылышки. Это такая часть, которая крепит плащ. После чего рисуем плечи и переднюю часть плаща, то есть как бы накидку. И уже из нее мы прорисовываем руки. Сначала делаем небольшие манжеты, после чего уже будем в них встраивать и врисовывать руки. Рисуем талию, рисуем бедра, паховую область. Ножки достаточно короткие, маленькие, то есть голова значительно больше. Брюки клеш, от колена делаем линии немножко расходящиеся, ну и ботиночки. Также прорисовываем левую ногу. Смотрим, как идут у нас ботинки, и их рисуем. Все, теперь можно переходить на руки. Одна рука держит у нас топор. Здесь нам необходимо прорисовать немножко пальчиков. Сначала нарисовали рукоятку, а сверху уже добавили пальцы. Также топор у нас завершается крюком. Его мы тоже рисуем. Сначала нарисовали крюк, а потом уже кольцо с лампой, которая висит на крюке. Вот таким образом мы вписываем лампу в наше колечко. Лампа чем-то напоминает у нас летучую мышь. Делаем клыки и такие небольшие крылышки с одной и с другой стороны. Ну и вторая рука. Сначала рисуем топор. Он такой, знаете, делится у нас на границы.
Топор, конечно же, симметричный, поэтому стараемся симметрию соблюдать. Ну и руку. Сначала прорисовываем большой пальчик, потом оставшуюся часть кисти. Ну и теперь уже можно довести топор. Я его прям, видите, делю на несколько частей и добавляю небольшие такие копья или штыри. После этого мы рисуем сам плащ с небольшой толщиной. Ну что, в принципе, мы завершили рисунок, и теперь самое время переходить ко второму этапу. Это обводка черным линером. Берем черный линер и начинаем обводить нашего Морриса аккуратно, не спеша, по всем контурам, которые мы нарисовали. Также заодно просматривайте изображение, если что-то где-то нужно подправить, то сейчас самое время. Не закрывайте глаза на недостатки и недочеты и ошибки, которые вы увидели. Старайтесь их сразу исправить. Ну и обводим. Здесь просто ваша внимательность, усидчивость и аккуратность поможет вам в данной задаче. Но пока я занимаюсь обводкой, я хочу напомнить вам о том, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. И теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки и заниматься любимым делом, а получить при этом еще дополнительное образование в области изобразительного искусства. Заходите по ссылке внизу в описании, получайте 7 дней бесплатного доступа на наше заочное обучение. Смотрите формат, если вам все будет нравиться, то добро пожаловать в нашу художественную школу. Эта программа лицензирована, по которой мы обучаемся на заочном обучении. Все работы я лично проверяю, даю вам обратную связь и принимаю их или не принимаю. Да, такое тоже бывает. Программа лицензирована, и по этой программе мы, кстати говоря, обучаемся в наших школах в городе Краснодаре, которых на сегодняшний момент уже 7. Так что поверьте, опыт у нас имеется, мы знаем, что мы даем, и знаем, как действительно развить ваши способности. Поэтому заходите, обучайтесь вместе с нами. Так, ну а я продолжаю обводить. Осталось еще немножечко. Аккуратненько доводим все. Крылышки, лампу, зубки. Ну и, собственно, наш второй этап подходит к концу, после чего мы переходим к третьему этапу. Берем ластик и будем сейчас вычищать весь наш простой карандаш. Так, сейчас я доделываю глазки, подрисовываю бровки. Ну и все, вычищаем хорошенечко весь простой карандаш, удаляем его и готовимся к работе в цвете. Все смахиваем, берем маркеры и начинаем. Итак, мы начинаем с шестого цвета, берем шестой цвет и заливаем им ленту на шляпе. Прям все делаем одним цветом. Этим же цветом мы проходим летучую мышку на плаще. Аккуратненько, старайтесь не выходить за края. Этим же цветом делаем рукава, ну или рубашку. Прекрасно. Берем следующий цвет, 85-й, и этим цветом делаем собственную тень на розовых частях, которые мы изначально сделали. Тень будет идти у нас по нижней стороне каждой части. Следующий цвет у нас 35-й. Этим цветом заливаем фонарь, который держит Моррис. Хорошо. Теперь я беру 32-й и делаю собственную тень на фонаре, также по нижней части. Далее мы берем BG5 и заливаем этим цветом топорик. Правда, немножко он у меня подсох, но постараюсь сейчас что-то из этого выдавить. Хорошо. Теперь BG7, это более темно-серый цвет. Продолжаем заливать топор уже более темным цветом. Замечательно.
И все оставшиеся части на топорике мы заливаем БГ-7. Также пряжку на ремне. Теперь 82-й цвет, это такой фиолетовый. Им делаем волосы. С одной стороны, с другой стороны заливаем волосы 82-м цветом. Не обязательно брать такие же цвета, как у меня, берите подобные. СГ-8, тоже темно-серый цвет, но у него уже отличается оттенок. Старайтесь брать серые цвета немножко разных оттенков. Вот, допустим, топор, он более такой голубой. А вот сейчас я рисую летучую мышь, она прям такая серая-серая. А бывает еще коричневатый серый цвет, то есть у них могут быть разные оттенки. Этим же цветом я заливаю плащ. Прям полностью проходим. Также заливаю брюки, весь плащ, ремень. Не переживайте, что это все сливается, потом мы все это отделим. СГ-8, хочу напомнить вам. Этим цветом заливаем практически все черным. Да, он такой темно-серый. Главное, аккуратненько заливайте на светлые участки, не заходите, особенно на розовые, потому что если зайдем, то уже исправить это не сможем. Старайтесь работать в контуре, это очень важно. Этим же цветом проходим цилиндр, ну или верхнюю часть шляпы. Также этим цветом проходим поля. Замечательно. Так, берем еще один цвет. У меня это 98-й цвет, но вы можете взять любой коричневый. И делаем этим цветом рукоятку у молотка. Хорошо. Теперь берем бежевый цвет. У меня это 142-й. Можно взять любой бежевый цвет с желтым оттенком, с розовым. Здесь не так важно. И этим цветом делаем руки, голову, уши. После того, как вы прошли бежевым все, мы берем ВГ-3 или ВГ-2. Это как раз таки серый теплый. И этим цветом делаем собственные тени на лице. Вот такими прям полосочками заливаем эту собственную тень. 120-й цвет – это уже самый черный цвет. Темнее просто в маркерах не бывает. И этим цветом мы с вами проходим заднюю часть плаща. Вот посмотрите, я ее как раз прохожу. Аккуратненько старайтесь проходить. Если вы не можете залезть туда кисточкой или пулей, то можете взять долота. И аккуратненько все проходим. Ну, не все, а заднюю часть плаща. Я уже об этом сказала ранее. Вот так вот аккуратненько заливаем. И сразу ноги и штанины начинают выделяться. Прекрасно. Проходим. Хорошо. Также кое-где добавляем тени на обуви. Также добавляем тени на лампе. Вот буквально кое-где добавляем 120-м тени. Замечательно. Так, ну что? Самая такая большая основная работа у нас сделана. Чуть-чуть добавляем теней. Берем светло-серый маркер, делаем небольшую тень на белках глаза и на зубах. После чего мы берем черный линер и начинаем дорабатывать наше изображение. Как раз-таки вот сейчас нам необходимо все проработать, убрать все недочеты, какие-то белые дырочки, которые у нас образовались, подчеркнуть то, что необходимо подчеркнуть, прорисовать, вот, допустим, зубки нам необходимо прорисовать, также нам необходимо прорисовать зрачки на глазах, брови,
поярче сделать, почетче. В общем, дорабатываем нашу работу, чтобы она смотрелась лучше и профессиональней. Без этого этапа никак. Так же, как и без этапа белой ручки. Хотя вот без белой ручки можно и обойтись. Но обводка черным линером, финальная такая обводка, всегда сыграет вам на пользу. Посмотрите, как сразу преображается наше изображение. Хотя все осталось точно так же, мы просто чуть-чуть дорабатываем его. После того, как вы справились, переходим на финальный этап, берем белую ручку и начинаем прорисовывать наше изображение. Смотрите, делаем, отделяем штаны от плаща полосочкой. Ну и везде добавляем такие полосочки, как блики. Вообще я очень люблю использовать белую ручку. Те, кто со мной не первый раз, уже об этом знает. Не раз я говорила, и вы сами все прекрасно видите, как преображается изображение с белой ручкой. Моментально становится более декоративное, воздушное, красивое. Мне очень нравится. Ну что, вот и все. Наш Морис готов. Подписываем нашу работу. И присылайте мне ее в Instagram Империя Пикчер онлайн. Также не забывайте поставить лайк, написать хороший добрый комментарий. И, если хотите, подписывайтесь на наш канал. Давайте рисовать вместе с нами. Ну, я прощаюсь. До свидания, друзья. До новых встреч.